Опять? Что же делать? У меня закончились нитки. Завтра схожу и куплю. Но Далеми, ты все еще играешь с Дальтоки? Она же старенькая. Ну, конечно! Дальтоки – мой самый первый друг. Угу. Далеми права. Мама сама шила Дальтоки, когда Далеми еще была у нее в животе. Вот так. Чтобы подарить нашей дочке, когда она родится. И мне пришлось много раз ее перешивать. Тогда, пожалуйста, сделай ее еще красивее. Ну хорошо. Ну, Дальтоки, придется тебе пока потерпеть. Завтра мама тебя починит. Спокойной ночи. Далеми, спускайся. Тебя кое-кто ждет. Ого! Принцесса Лора! Это тебе за то, что собрала 100 поощрительных наклеек. Я сам ее выбирал. Папочка, спасибо! Лора, это моя комната. А это мой старый друг Дальтоки. Дальтоки, познакомься с принцессой Лорой. Ну что, устроим праздник в честь новичка? Согласны? Хорошо! Привет, скажем мы привет. Ведь мы с тобой теперь друзья. Поприветствуем тебя. Привет, привет, привет. Я скажу тебе, нет тебя прекрасней на земле. Так играть давайте вместе скорее с нашим новым другом. С нашим новым другом. Ду, 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 ду. Дуди, 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 ду-ду. Веселей. Ду, 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 ду. Дуди, 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 ду-ду. Хор друзей. Дуди, 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 ду-ду, к нам скорей! Дуди, 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 ду-ду! А, точно! Я обещала Соне пойти с ней на площадку. Соня, я сейчас спущусь! А, кого же взять с собой? Так... Соня, подожди меня! Ой, это принцесса Лора! Какая красивая! Да, это моя новая кукла! Как купили? Далеми, Далеми, поиграем! А? Ой, Дальтоки, Дальтоки! Мне нужно вынести мусор. Дарья... Какой беспорядок! Все валяется. Ну что у тебя с лицом? Это всего лишь мусор. Ты запачкаешься. Ну, Дальтоки, будешь чай? Слушай, Далеми, это не Дальтоки, а принцесса Лора. А, верно, это Лора. Я просто слишком привыкла играть с Дальтоки. О, посмотри! О, розовый заяц. Это что, у него лапа порвана? Его выбросили. Давай им швыряться! Ну, лови! Теперь я... Куда ты его зашвырял? Далеми, что не так? Да нет, все в порядке. Я пришла! Привет! Хорошо погуляли с Соней? Да. Мамочка, ты купила нитки?
А, чтобы починить дальтоки. Конечно, да. Ура! Тогда я сейчас ее принесу. А? А куда делась дальтоки? Это странно. Она сидела прямо здесь. Где же она? А? Дальтоки! Дальтоки, куда ты делась? Делими, в саду дальтоки тоже нет. О, в комнате тоже нет. Дальтоки, дальтоки, тут, тут. Что? Где? Это же... ее пластырь! Я вчера заклеила дальтоки лапку. То есть... когда я утром выносила мусор... О, нет! Что? Понятно. Да, до свидания. Ну что, нашли мою дальтоки? Прости, но нет. Может, она выпала на дорогу? Ой! Лапа совсем оторвалась. Пошли. Дальтоки, отзовись. Лаки, ты куда? Мы играли на этой площадке. Лаки, подожди. Это же лапка дальтоки. Это точно она? Дальтоки должна быть где-то здесь. Дальтоки! Дальтоки! Мяу. Это же Чока. Привет, Чока. Лаки, постой! Нам же надо найти дальтоки! Мяу! Мяу! Лаки, нам надо искать! Мяу! Дальтоки! Где же ты была? Я так волновалась! Семья Чоко нашла твою дальтоки. Какое облегчение! Без вас мы не смогли бы найти дальтоки. Спасибо вам! Так, посмотрим. Только бы... Готово. Операция удалась. Ура! Вот это да! Дальтоки стала еще красивее. Как я рада, что нашла тебя, Дальтоки. Далеми, Далеми. Что это был за звук? Далеми, это я. Дальтоки! Спасибо тебе большое, что нашла меня сегодня! Да нет, извини меня. Наверное, ты испугалась. Я знала, что ты меня найдешь. А еще большое спасибо, что вы меня починили. Ну что, давай ложиться спать. Во сне у нас будет интересное приключение. Ну, полетели! Вместе с тобою мы полетим над землей. Яркие звезды светят нам вместе с луной. Держишь крепко, и мне совсем не страшно, что отпустишь вдруг. И ты тоже знай, что я рядом, мой друг. Мы будем вместе, вместе с тобой. Вместе
всю ночь, как птицы, летать. Будут опять нас приключения ждать. Мы полетим, как фея Динь-Динь. Воспарим мы над луной. Увидим круг планет, откроем новый свет. Будем там вдвоем, мы с тобой. Нальтоки, сегодня было так весело. Да, мне тоже. Спокойной ночи, Делими. Делими, я оставила полдник на кухне. Перекусите с Дарьей. Сок возьмите в холодильнике. Да, мама. Дарья, я сейчас тебе принесу сок. Сок, сок, да! Держи, твой сок. Дарья! Сок, сок. Не нужно было хватать так сильно. Держи здесь. Вот так, аккуратно. Сок, сок, сок! И на тебе сок. Дарья! Дорогая, я нашел ноутбук. А? Ты нашел ноутбук? Дарья, что ты наделала? Прости ее. Она ведь еще маленькая. Я же просила ее аккуратно держать коробку сока. Вот так. Все готово. Моя красивая малышка. Ну и запах. Я только поменяла тебе подгузник, и ты снова его испачкала. Дарья, ты должна это делать в туалете. Я ведь тебе говорила. О, хватит. Лаки, давай споем. Так, какую бы песенку нам выбрать? Номер один. Это песня с днем рождения. Какую теперь? Четвертую? Четыре. Песенка мой песик. Дай мне. Ладно, какую песню выберешь? Один. О, нет! Если будешь так нажимать, то сломаешь. К тому же, ты нажимала не на один, а на три. Один. Да говори уже, это три, а не один. Так, смотри. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 1, 1, 1. А, нет, эти кнопки не один. Послушай. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5. Хорошо. Что это за цифра? 1. Нет, я же говорила, это 3. Далими. Соня и Веня пришли. Правда? Да, она ничего не понимает, сколько бы я ни пыталась ее учить. А вот я могу досчитать до 100. Я могу досчитать до 100 миллионов. До 100 миллионов? А это много, да? Ну, в общем, это много, очень много, очень-очень много. Кстати, ребята, давайте кое-что попробуем. О чем? Ну, может быть, мы попробуем научить Дарью вот так. Да, давай, хорошая идея. Дарья, сейчас мы вместе попробуем научить тебя считать. Считать? Да, считать! Считать, хорошо! Единица.
Единица я. Один. Один. Единица это. Это один. Я на зонт похожа. Посмотри. Один. Один. Да. Я двойка. Два. Два. Двойка это два. Да. Да. Я как уточка. Кря-кря. Два. 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 Да. Три. 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 Трое нас, да, да. Трое нас. И на цифру три похожи крылья у меня. Три. 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 Четыре, пять! Как весело! Один, два, три, четыре, пять! Четверка я, четверка! Цифра четыре, четыре! Я похожа на лодочку, четыре! Я пятерка, пять! Пятеро нас, пять! Я облаку здесь не любовь! Пять, пять, пять! Не сиди, давай играть! Цифры вместе мы изучим! Один, два, три, четыре, пять! Будем вместе изучать. Ха-ха. Один, 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 два, 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 три, три, четыре, пять. Ну что, Дарья, теперь ты поняла? Итак, что это? Один. Все верно. Молодец. А это что? Один. Как ты думаешь, что не так с Дарьей? М? А что? Я ее учу, а она ничего не понимает. Она не умеет брать сок, ходить в туалет, даже считать. Это потому, что Дарье только один годик. Она маленькая. И все же... Дорогой, все готово. Я починила. Правда? Ух ты, отличная работа. А что ты починила, мама? Я починила старый ноутбук, который папа нашел в гараже. Ух ты! Моя мама отлично умеет чинить вещи. И я нашла среди файлов кое-что интересное. А? Что? Что там? Фото и видео, которые мы снимали много лет назад. Я подключила ноутбук к телевизору. Давайте посмотрим их вместе. Это мы снимали, когда ездили с папой в отпуск. Ух ты, мама была красивая. Я и сейчас красивая. Папа, папа. Все верно, это папа. Ты очень изменился. А где мы с Дарьей? Вас, девочки, тогда еще не было. Это было до вашего рождения. А, вот и Далеми. Это мой кролик Дальтоки. А где же я? Ты в мамином животе. В твоем животе? Даже не верится, что Далеми уже стала такой большой. Так, идем. Вот так, вот так. Папа! Папа! Дарья! Дарья! Дарья, это не ты. Что? Значит, это я? Все верно. Здесь ты как раз в возрасте, Дарья. Кролик, мой кролик. Мы идем. Я... Неужели я так делала? Далеми, все в порядке. Ты можешь какать прямо тут. Нет, нет. Папа, что я там делаю? Ты какакаешь. Вон там! Ты всегда была стеснительной и на видео тоже прячешься. Я не могу поверить! Молоко! Нет, Далеми! Значит, я тоже была такой! Молоко! Молоко! Далеми, какая это цифра? Пять! Пять!
Молодец! А это какая? Пять! Это один! О. Один! Я знаю! Все в порядке. Не нужно смущаться. В детстве так делать нормально. Далеми, теперь ты понимаешь, что у Дарьи нет никаких проблем. Да. Салфетка. Салфетка, салфетка. Дарья! Дарья, что ты делаешь? Не надо разбрасывать салфетку. Салфетка. То есть... Так, все в порядке. Все дети так делают, верно? Я права, мама и папа. Конечно, все дети так делают. Дарья, ты хочешь поиграть со мной в цифры? В цифры? Да! Единица я. Один. Один. Единица это. Это один. А я двойка. Два. Два. Двойка это два. 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 Тройка я да да. Да да да. Тройка это три. Цифра три. Я четверка. Да. Цифра четыре. Да. Это цифра пять. 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 Да. Не сиди. Давай играть. Цифры вместе мы изучим. Один, два, три, четыре, пять. Не сиди, идем играть. Будем цифры вместе повторять. Один, 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 два, 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 три, три, четыре, четыре, пять. Дарья, ты молодец. Как странно, он лежал где-то здесь. Может, он здесь? Где же он? А! А! Я нашла! Мама! Ух ты! Дарья, ты отлично хлопаешь! Мама! Мама! Та-да! Ну как тебе? Ну и ну! Далеми, ты надела свой костюм пожарного. А есть ли какая-то причина, по которой ты решила надеть этот костюм, а? О, да! Завтра нас поведут из садика в пожарную часть. А, точно. Я и забыла. Извини. Там я увижу настоящую пожарную машину и пожарных спасателей. Конечно. Ух ты! Это будет очень весело. Да! Не думала, что машина такая большая. Тут все покрашено в красный. Здорово. Итак, сегодня у нас экскурсия в пожарной части. Ничего не трогайте, это может быть опасно. Хорошо? Да! Ух ты! Ого! Да, слева от вас стоит пожарная машина. Не верится, что я увидела ее так близко. Ого, она огромная! Ого! Она в точности такая же, как моя любимая игрушка. Ребята, скоро пожарные проведут для нас урок пожарной безопасности. Пожалуйста, слушайте их очень внимательно. Да! Ну что, вы готовы вызвать пожарных? Один, два... Пожарные! Добро пожаловать! Ух ты! Дети, я пожарный, и сегодня я проведу для вас урок. Здорово! Так, ну что ж, давайте начнем экскурсию по пожарной части. Да! Я объявляю о начале нашего урока. Мы все пожарные! Мы все пожарные! Модные шлемы у нас! Да! Та-та-та-та! Та-та-та! Высший класс! Да! Нужно вытащить защитную чеку. Нужно чеку нам вынуть! Вынуть! О! Продолжаем. Нажимайте на ручку. Ручку! Не жалейте сил. Вот так, да? Чтобы пожар уйти. Вот так. Да-да-да-да, ну вот и все. Хорошо, а теперь учение по эвакуации.
рот и нос прикройте. Срочно! Осторожно, к выходу. Друг за другом не спешим. От пожара убежим. От огня мы защитим всех! Если рядом пожар начинается, нужно сразу на помощь позвать. Команда пожарных к вам направляется. Да-да-да-да, да, чтоб от огня спасать. Ух ты, пожарная машина! Хотите ее осмотреть? Да, да, хотим, конечно! Хорошо! Я с любым пожаром справиться сумею! Да! Осторожно и безопасно! Дайте срочно нам проехать, времени мало! Пожарная машина уже в пути! Если рядом пожар начинается, нужно сразу на помощь позвать! Команда пожарных к вам направляется! Да-да-да-да-да, чтоб от огня спасать! Да! Дети, вам понравилось в пожарной части? Это было здорово! Это было весело! Помните, что с огнем нужно быть осторожными. Если случится пожар, вы сможете применить полученные навыки? Да! Хорошо! Пожарные такие классные! Мама, папа, быстрее, быстрее! Хорошо, мы здесь. При пожаре нужно прикрыть рот и нос, чтобы не вдыхать дым, и затем начать эвакуацию из здания. Вот так? Нет, нет, еще нужно пригнуться, потому что дым поднимается кверху. Точно, точно. Вот так, Далеми? Дарья, ты тоже. Пригнись. Пригнись, пригнись. Отлично. У нас в доме нет никаких проблем. Все в порядке. Твои мама и папа осторожно обращаются с огнем. А? Вон там! Мама, папа, газовый кран! Нужно выключать его после того, как использовали газовую плиту. О, я совсем забыла про него. Далеми сегодня много узнала о пожарной безопасности. Да! И, кстати, я решила в будущем стать пожарным! Тебе нужно быть сильной и храброй, чтобы стать настоящим пожарным. Я знаю! Я буду хорошо питаться и займусь спортом. И тогда стану очень сильной. Что это? Ого, это фейерверк. Как красиво. Огоньки, огоньки. О, это сирена пожарной машины. Пожар! Далеми, скорей! Мы должны ехать тушить пожар! Что? Я? Я тоже? Ну да, давай, шевелись! Итак, пожарный Далеми, покажешь мне, чему ты сегодня научилась? Я? Да! Хорошо, тогда вперед! Далеми, надо торопиться! Да! Я должна быть храброй, только смелый сможет огонь потушить. Далеми, нужно ограничить площадь пожара! Да! Я знаю, что нужно делать!
Быстро пожар потушим, и ничто нас не остановит сейчас. Не страшны нам дым и пламя, с ними пожарные справятся на раз. Если рядом пожар начинается, нужно сразу на помощь позвать. Команда Далими к вам направляется. Да-да-да-да-да, чтоб от огня спасать. Птенец напуган и не хочет вылетать из гнезда. Думаю, мама-птичка просит нас о помощи. Давайте спасем птенца. Да, давай спасем его. Если рядом пожар начинается, нужно сразу на помощь позвать. Команда пожарных к вам направляется. Давай, лети к своей маме. Команда пожарных к вам направляется. Далими, отличная работа. Ты замечательный пожарный. Правда? Далими! А? Далими! Просыпайся, пора вставать. Тебе пора идти в садик. А как же пожарный? О чем ты говоришь? В лесу был сильный пожар, и мы с пожарным его тушили. У меня так хорошо получалось. Ну а что же было дальше? Далими, тебе очень понравилась вчерашняя экскурсия. И тебе приснился сон о пожаре. Так это был сон. Но в нем было все как по-настоящему. Сарай и деревья были объяты пламенем. Я ездила на большой пожарной машине и тушила пожар. А что это за запах? Разве это не запах дыма? Нет, откуда он может взяться? О, ты права. Я чувствую, будто что-то горит. О, это тост! Мама! О, тост сгорел! О, нет, кошмар! Мама, огнетушитель! Возьми огнетушитель! Да, точно! Ну, что же делать? Мама, я открою дверь! Мы не знаем, когда может начаться пожар, поэтому будьте всегда осторожными, хорошо?